Вечерние новости на СТВ. В студии Игорь Поздняк. Здравствуйте и смотрите сегодня. На земле, в воздухе и обязательно фото на память. Каким будет парад в День независимости? Концепцию праздника обсудили у президента. Экспо-2017. Беларусь в числе участников. Чем будет удивлять наш стенд, узнала Екатерина Желянина. Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта. Указ подписал глава государства. Сколько сможет заработать летом подросток, как приумножить собственные сбережения и на какие игры предпочитают тратить белорусы, расскажет в экономическом обзоре Анна Рублева. 11 человек стали жертвами мощного урагана в Москве. Беларусь-циклон обошел стороной и сейчас движется в сторону Урала. В Минской милиции прокомментировали подробности задержания молодого человека в метро. Позже ему поставлен диагноз «алкогольное отравление». Мечты сбываются. Военнослужащие исполнили заветное желание девочки с непростым диагнозом. Почему главное верить, расскажет Виктория Ходосок. Парад в День независимости 3 июля в Минске пройдет по особому сценарию. Новую концепцию обсуждали сегодня на встрече у главы государства. Задача — сделать парад максимально зрелищным. Кроме пеших военных расчетов и образцов вооружений, жители и гости столицы увидят современную гражданскую технику. На празднике покажут все самое лучшее, что создается усилиями белорусского народа. О чем бы я вас спросил, коль мы уж решили проводить мероприятие, прежде всего, парад войск. Это должен быть парад, а не какие-то там покажем образцы, еще чего-то. Народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается и, прежде всего, что на вооружении. Ну и увидеть лицо своих защитников, солдат всех вооруженных сил, не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС, и так далее, и так далее. Поэтому, коль мы уже решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого ведь и проводится. Это же демонстрация. Это показ, мы показываем людям, что мы не зря едим хлеб военный. В параде примет участие эскадрилья из 12 новых вертолетов Ми-8 универсального типа. Гостями праздника станут представители Западного военного округа России. На вертолетах К-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона. По окончании парада часть боевых машин останется на улице. Все желающие смогут не только рассмотреть образцы, но и сделать фотографию на память. Будут некоторые новшества, такие как увеличенное количество пеших коробок парадных расчетов. Будет увеличено количество коробок, это будет тоже изюминка, механизированной колонны. Наши новинки будут представлены боевыми бронированными машинами «Кайман», бронеавтомобилями «В-1», новыми станциями на автомобильной базе. Модернизированной техники будет достаточно много, в том числе разработанные в вооруженных силах в инициативном порядке 2К-20, это зенитная установка на базе Урала, и спасательные автомобили. До 3 июля пройдет несколько репетиций парада. Участники отточат все действия буквально до мелочей. Так, тренировки механизированной колонны начнутся уже завтра на аэродроме Липки под Минском. Колесная и гусеничная техника будет двигаться по разным маршрутам на северо-востоке столицы. Их вы сейчас видите на своих экранах. Начало движения колонн из аэродрома Липки 30 мая, 6 и 13 июня в 5:30 утра. Возвращение 1, 8 и 15 июня в 8 вечера на время движения военной техники, а это около 40 минут, водителям этот район лучше объехать. Сегодня в Минске рассказали и показали, как Беларусь будет представлена на всемирной выставке «Экспо-2017». Ежегодный форум, который по популярности обошли лишь Олимпиады и чемпионат мира по футболу, откроется в середине июня в столице Казахстана, Астане. В этом году более сотни стран представят как минимум 2 миллионам посетителей свое видение энергии будущего. Беларусь везет на Экспо электробусы, грузовики, комбайны на газовом топливе и технологии умного дома. Екатерина Желянина изучила весь ассортимент.
Экспо-2017 пройдет в Астане. Выставочный комплекс – это целый район столицы Казахстана. Общая площадь – около 175 гектаров, не намного меньше, чем наш Минский парк Победы. И вся эта территория обустраивалась, исходя из принципа «умный город». Энергия будущего – это главная тема мирового форума. К слову, именно на площадках Экспо в свое время были представлены мировой общественности такие достижения, как телефон, телеграф и пишущая машинка. В 2017-м участники вновь готовы удивить мир высокими технологиями. В центре внимания Экспо – зеленая экономика. Сокращение выбросов углекислого газа, энергоэффективный образ жизни, энергия для всех, то есть альтернативная, общедоступная. А еще новые способы транспортировки – максимально надежные, но с минимальными потерями. Одним словом, мир на эти несколько месяцев попробуют перенести в будущее. Белорусы займут в этом умном городе, в той его части, где, собственно, расположатся выставочные павильоны, около 400 квадратных метров. Демонстрировать будем потенциал нашего географического положения с точки зрения прохождения шелкового пути, соединения Европы и Азии, потенциал транзитный и энергетический. Мы рассчитываем на максимальный экономический эффект, возможный. У нас будет функционировать на базе павильона наш магазин, где мы в максимальной степени и широко представим все наши бренды, известные и в Казахстане, и в других странах. Но, тем не менее, для обычных посетителей, бизнесменов из каких-то стран, они будут представлены впервые. За первый квартал нынешнего года товарооборот стран ЕАЭС вырос на 30%. Разумеется, участие в Экспо должно стать еще большим импульсом. Ведь это одна из лучших площадок по продвижению странового бренда. Специалисты подсчитали, даже в самые худшие годы каждый вложенный в выставку рубль приносит 5 рублей прибыли. Новые контракты, возросшие продажи. В лучшие годы уже 1 к 10. Поэтому программа разработана с учетом наших деловых интересов. Экспо считают третьим по популярности событием в мире после Олимпиады и футбольного мундиаля. Где, если не там, показывать свои разработки? Например, первый в мире газомоторный комбайн. Машина создается на базе самой популярной белорусской модели. Теперь она станет экономичнее и экологичнее. В Астану отправится макет, прототип же выйдет на белорусские поля уже в эту уборочную компанию. Если сегодня, так сказать, мы выпускаем машины где-то уровня экологии Stage 3, а это с электронным управлением двигателя, то эта машина будет иметь двигатель, который соответствует экологии Stage 5. То есть то, над чем еще работают моторостроительные фирмы, с 2018 года они будут только в Европе, так сказать, поставляться. Эта машина уже будет сразу соответствовать этому уровню экологии. Рядом с комбайном на стенде займут свои места макеты нашего электробуса и МАЗа на газовом топливе. А еще мультимедийные технологии расскажут все о наших последних научных разработках. Турбинах нового типа, модульной станции очистки воды, фотоэлементах, биогазовых установках, а также энергоэффективных строительных материалах. Умные дома – это сейчас мировой тренд. Прорекламирует Беларусь и перспективные инвестпроекты. У нас есть знаковые такие проекты, в которых мы хотели значительно модернизировать свой химическую отрасль для того, чтобы увеличить переработку и нефти, и других элементов, развить свое химическое направление. Также будут представлены в области в энергетике, это, например, строительство ГЭС в области Бешенкович, то есть использование энергии воды, ну и ряд других проектов. 8 инфокиосков, установленные в нашем павильоне, позволят скачать заинтересовавшую информацию о Беларуси в свой гаджет прямо на месте. А еще мы покажем порядка 40 картин разных авторов из стран шелкового пути. Художественная выставка от Лиссабона до Владивостока через Казахстан. День Беларуси на Экспо-2017 запланирован на 16 августа. В общем, как ожидается, выставка соберет все от умного дома, электротранспорта до космической энергии. Пройдет с 10 июня по 10 сентября. Свое участие подтвердили более сотни стран, а еще международные организации и частные компании. Кроме, собственно, деловой программы, тысячи развлекательных мероприятий. Посмотрят выставку около 2 миллионов человек. Всего ожидают 5 миллионов посещений. Причем традиционно на Экспо приезжают VIP-гости, политики и даже члены монарших семей. Екатерина Желянина, Дмитрий Травин, Александр Добриян, телекомпания СТВ. К деловым новостям понедельника. Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта. Таким образом, в стране отменяется требование регистрации данных физических лиц при совершении обменных операций в банках. Соответствующий указ подписал президент. Национальному банку поручено в трехмесячный срок уладить все формальности и принять меры по реализации этого указа.
Тем временем белорусы доверяют национальной валюте. Рублевые депозиты с начала 2017-го выросли на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Таким образом, прогноз аналитиков не оправдался на фоне снижения ставки рефинансирования. Ожидался отток вкладов, но этого не произошло. Как белорусы предпочитают приумножать свои деньги, спросим у нашего обозревателя Анны Рублевой. Добрый вечер, Анна. И каков же портрет вкладчика? Добрый вечер, Игорь. Ситуация на рынке достаточно стабильна. Вклады привлекают больше женщин, чем мужчин. И в первую очередь депозиты предпочитают хранить в национальной валюте, меньше доверяя долларам или евро. Кстати, доля последних уменьшилась на 6%. Как сообщили в Нацбанке, депозиты белорусов в национальной валюте составили почти 5 миллионов рублей. В зависимости от сроков банки предлагают от 7 до 12% годовых. Самые большие летние зарплаты предлагают в стройотрядах. За такую помощь работодатели готовы платить от 400 до 1200 рублей. С поиском конкретного места готов помочь Белорусский республиканский союз молодежи. Кроме того, сотни вакансий для школьников и студентов есть в службах занятости, в том числе и издельные. Так, например, на городском озеленении можно заработать от 265 рублей, а час работы в зоопарке в зависимости от вида деятельности в среднем оценивается в 2 рубля. Нарочь попала в список популярных курортов для оздоровительного отдыха в СНГ и Грузии. Рейтинг был составлен по данным онлайн-бронирования отелей. При этом Нарочь уступила место только азербайджанскому Нафталану. По подсчетам, туристы в среднем проводят на озере 10 дней и тратят в сутки около 100 рублей. На четверть увеличился экспорт легкой промышленности. Его объем превысил 136 миллионов долларов. При этом рентабельность за первый квартал составила 14%. Сегодня это одна из перспективных сфер после пищевого сектора. Об этом говорит и тот факт, что в первом квартале на пошив одежды привлекли более 7 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Беларусь попала в список стран с самым перспективным игровым рынком. Сегодня в нашей стране более 6 миллионов интернет-пользователей, и многие из них готовы тратить деньги на виртуальные развлечения. Емкость рынка оценивается в 70 миллионов долларов в год, что вполне вписывается в стратегию IT-страны. Кроме того, на 20% за год вырос рынок настольных игр. Стратегии, головоломки и деловые игры сегодня пользуются спросом как никогда. На валютно-фондовой бирже евро сдал свои позиции. Таким образом, актуальный курс на завтра 2 рубля и 8 копеек. Доллар меняют на 1 рубль и 86 копеек, а сотню российских на 3 рубля и 28 копеек. Такими были новости делового понедельника, Игорь. Успешной недели! Спасибо, Анна. Это была Анна Рублева с обзором деловых новостей понедельника. 11 человек стали жертвами мощного урагана, который обрушился на российскую столицу. Шторм с порывами ветра до 22 метров в секунду сопровождался ливнями, грозой, а местами и градом. Ветер вырывал с корнем деревья, валил остановки и рекламные щиты, срывал крыши с домов. За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило свыше 150 звонков. Серьезно затруднено движение на дорогах, увеличены интервалы движения на одной из линий метро, некоторые станции вовсе закрыты для пассажиров. По данным синоптиков, буря утихнет лишь к утру вторника. В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов, однако самолеты в Минск пока прибывают по расписанию. Сейчас мощный грозовой фронт движется в сторону Урала. Британский турист устроил давку в испанском курортном городе Марбелья. Пьяный водитель, пытаясь скрыться от преследования гражданской гвардии, наехал на пешеходов, после чего протаранил сразу несколько авто с людьми. В общей сложности от действий британца пострадали не менее 8 человек. Позже выяснилось, в машине было двое выпивших туристов. Оба они задержаны. Кроме того, под стражу были взяты еще 4 человека, которые могут иметь отношение к случившемуся. В Минской милиции сегодня прокомментировали подробности задержания молодого человека в метро. Напомню, инцидент произошел на станции Октябрьская. Сотруднику охраны метрополитена поступила информация о хулиганском поведении мужчины. Предположительно, он был пьян. Требования дежурного по станции милиционера покинуть метро он проигнорировал, а при попытке отвезти его в комнату милиции нарушитель оказал сопротивление, причем в грубой форме. Закрытый перелом костей носа диагностировали медики у правоохранителя. Нарушителя задержали только с помощью милиции. Полицейского наряда и сотрудников службы безопасности метро.
Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Установлено, что молодой человек уже не один раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, за мелкое хищение, за распитие спиртного в общественном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение обязанностей по воинской повинности. И сейчас молодой человек находится на учете в уголовно-исполнительной инспекции. После задержания молодой человек был доставлен в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. 19-летнему минчанину поставили диагноз «алкогольное отравление». С многочисленными нарушениями правил дорожной безопасности прошел байк-фестиваль в Бресте. Более 20 участников международного мотослета были задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 15 иностранцев, больше всего россиян, 3 жителя Литвы и 1 эстонец. Кроме того, в отношении 115 байкеров составлены административные протоколы за превышение скорости. У 4 отсутствовали водительские права. К сожалению, подобные нарушения среди мотоциклистов нередки. Мы отмечаем, что с каждым годом количество нетрезвых водителей, которые выявляются при проведении подобных мероприятий, уменьшается. В прошлом году эта цифра была в 2 раза больше. Ну и, наверное, некоторые иностранные граждане не совсем понимают, что на дорогах должен быть порядок и что в нашей стране госавтоинспекция строго следит за этим. Напомню, в эти выходные в городе над Бугом прошел международный байк-фестиваль. В нем приняли участие около 4000 мотоциклистов из Беларуси, стран Балтии, Германии, Польши, России и Франции. Школу молодого ученого сегодня открыли в Национальной академии наук. За неделю всех участников обещают сделать опытными исследователями. Академики, профессоры и доктора наук раскроют секреты этой увлекательной профессии. Курс молодого бойца прошел и наш корреспондент Александр Лучонок. Принести креатив в разработке – задача любого молодого ученого. Вот, например, Егор. С детства тяготел к экспериментам. Говорит, все началось, когда вплоть до мелких деталей разобрал телевизор. А ему тогда было 10. Теперь же у него исключительно громкие проекты. Вот примеры этих нанотрубочек, которые могут управляться при помощи магнитного поля. Они могут подводиться к проблемной области, куда и будут доставлять лекарства. Эти нанотрубки сделаны из драгоценных материалов, а предназначены для борьбы с онкологией, а точнее, чтобы снизить вред от химиотерапии. Когда мы используем химиотерапию, всего лишь одна из 100 тысяч молекул действует, попадает в нужное место и бьет по раковой опухоли. Благодаря использованию таких вот нанотрубочек можно будет доставлять лекарства точечно. Кстати, в среднем цена подобного научного проекта 400 тысяч рублей. Ученым быть выгодно, стипендии, если нужно, арендное жилье, а также и другие приятные бонусы предоставляет государство. Но они в первую очередь хотят экспериментировать. А вот это еще один проект. Ученые называют его невидимые наноцветы, потому что вот так они выглядят под электронным микроскопом. Как правило, на эту поверхность наносится анализируемое вещество, а благодаря эксперименту можно понять, какие вредные добавки используют в продуктах питания. К слову, эту разработку можно применять и в медицине, например, для анализа крови. Это даст возможность более качественно исследовать состав крови и, соответственно, определить диагноз. Встреча в Академии наук совсем не похожа на научное собрание. Скорее напоминает своеобразный клуб по интересам. На сей раз на повестке дня открытие школы молодого ученого. Для того, чтобы провести исследование, нужно найти для этого сначала финансирование, затем уметь собрать команду. Далее необходимо уметь свои результаты презентовать. Опубликовать их всем таким вопросам, как бы таким не столько научным, сколько более организационным, и обучать школу молодого ученого. Уходя, здесь закрывают гелий. Написано на двери одной из лабораторий Центра по материаловедению. Но настоящие ученые, когда уходят, все равно открывают. Правда, как правило, нечто уникальное. Александр Лучонок, Илья Пучко, телекомпания СТВ. Героиня нашего следующего сюжета живет с непростым диагнозом. У 15-летней Даши Альфирович болезнь Вернига-Гофмана. Это редкое генетическое заболевание, которое поражает область нервной системы, отвечающую за контроль движений скелетных мышц. Но если помочь найти средства от недуга непросто, то исполнить заветное желание Даши гораздо легче. О давней мечте, о том, как все-таки мало нужно для счастья, в материале Виктории Ходосок. Носи ее с гордостью. Мы тебя все любим. До 10 лет я хотела пойти в армию. Мне просто нравится вообще, как военная форма выглядит, смотрится. Поэтому я просто понимаю, что я туда не пойду никогда. Я захотела просто себе
какую-то часть армии, что была у меня. Когда к нам в середине мая обратились с просьбой осуществить мечту девочки, то военнослужащие и гражданский персонал арсенала незамедлительно отреагировали. Девочке, я думаю, это очень приятно, ее мечта сбылась. Она улыбается каждый день, вопреки маминым слезам и наперекор диагнозу. Даша 15, старается учиться на десятке, любит обществоведение и обожает петь. И в то же время прекрасно понимает, что с ней происходит. Ну, это с рождения. Нормально, привыкла. Она не может самостоятельно держать спину. Заболевание считается редким. На 100 тысяч новорожденных 7 детей имеют признаки данного синдрома. Как все детки начинают вот пружинить ножками, она не прыгала, она не садилась. Не знаю, как нам сказал профессор, что есть болезни, которые не лечатся, к сожалению. Облегчить боль помогает курс терапии в детском реабилитационном центре, а еще и маленькие радости, о которых так долго Даша мечтала. Ну что, мы теперь будем сильные? Да. Мы и так сильные. Этот подарок для Даши своего рода возможность продолжать сражаться и дальше с недугом, но уже как настоящий боец, а еще и надежда на то, что и остальные мечты тоже обязательно сбудутся. Впереди у Даши еще так много испытаний. Окончить школу, поступить в ВУЗ, мечтает быть психологом. Но она не только верит, но и знает, все у нее будет хорошо. Виктория Ходосоки, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Больше новостей вы найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Сразу после нас столичные подробности, итоги понедельника, как всегда, за полтора часа до полуночи. Всего доброго.